28 марта 1945 года. 1376 день войны. В ночь на 28 марта наши тяжелые бомбардировщики наносят удары по военным объектам и судам противника в портах Пилау и Хельм, а также по железнодорожным узлам Венгрии и Чехословакии. Юго-западнее Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта добивают остатки разгромленных частей противника. Подразделения 2-го Белорусского фронта продолжают наступление. Город Гдыня взят. Войска 2-го Украинского фронта продвигаются вдоль южного берега Дуная. Опорный пункт на Дигмант отбит. Советская армия занимает город Дьер. Войска 3-го Украинского фронта переправляются через Рабу в районе населенных пунктов Раба-Сент-Михель и Морис-Хида. Город Черно, расположенный в 15 километрах от австро-венгерской границы, наш. До нашей победы оставалось 42 дня.